Ах, я такая красотка. 13 марта 2021 год. 9 часов 21 минута, 22 минуты. Это дубль второй. Ох, немножко эротик. Студия позитивного мышления и актерского мастерства. Со мной с Татьяной Салмановной Мактум Сайфудин. Сейчас издалека, сейчас я это сделаю съемочку издалека, туда поставлю, запоставлю. Ох, как я тут заполучаюсь. Ох, и такая эротическая, оргазмическая звезда. Ах, это школа очарования. Ах, эти оргазмические поток. Ах, немножко эротика в субботу. Ну, в субботу. Суббота выходной. Немножко эротика. Эротичок. Такой легкий эротик. Такой легкий-легкий эротик. Так красивенько сюда. Так, чтобы я еще как-то себя так красиво. Красиво себя заснять. Принять красивые позы. Ах, эти красивые позы. Ох, нужно все поближе. Надо поближе все-таки нужно. Это поставить. Видеокамеру чуть ближе. Ну, я звонила Василию Ириановичу сегодня несколько раз. Он мне перезвонил. Только что с ним разговаривала. Так что вот. Уже приняла душ. В моей ванной комнате. Думаю, как-то поближе нужно. Поближе себе поставить. Поближе поставить. Ну да, видеосъемочку выставить. Ох да, спать легла в 10 вечера. Проснулась в 6 утра. В 6 утра. И несколько часов слушала аудиокнигу Натальи Правдиной. Ну да. В общем, это дубль второй, такой эротичок, легкий эротик. Сейчас буду готовить себе завтрак. Такой буду сейчас готовить себе такой завтрак, как в Париже. Ох, сейчас, наверное, нужно одеть эти сапожки. Ох, какая эротическая звезда. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин, это я. Я являюсь автором уникальной методики. Называется она Тариана. Я вам расскажу. Частично я уже рассказывала, еще вам расскажу. Так что вот. Сейчас я поставлю туда видеосъемочку, сейчас я принесу эту штучку. Ох, легкий эротик. Это будет 8 минут позитива со мной, с Татьяной Салмановной Мактум Сайфудин. Экзотическая.
эротическая, экзотическая звезда, эти чакры. Сейчас поставим музычку. Сейчас, муточку, сейчас я подключу. Момент. Девять часов и 29 минут. Время московское. Да. Ох, сейчас я там пропускаю, сейчас воду, забыл чайничек поставить. Сейчас у нас 9:31, 13 марта 2021 года. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин, это я, собственник квартиры. Это мой российский действующий паспорт, номер 4018-109-216, выдан ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу Ленинградской области 07.08.2018 года, код подразделения 780-041. Зарегистрирована в этой самой квартире, 30 лет, 24 года проживаю постоянно. Так что вот. Тут долгие годы к моему вот этому, к моей вот этой квартире, к моему электрическому вот этому, так скажем, рубильнику был подключен свет общественный в коридоре. Как я понимаю, 89-я квартира, там, где проживает военный на пенсии с женой, у них, наверное, там стоят видеокамеры, они, наверное, записывают, что происходит у нас на площадке. Так что вот, я надеюсь, их видеокамеры записали, что у нас происходило на площадке вчера вечером. Я не выходила. Я была дома, я не выходила, я просто удивилась, знаете, мужчины, женщины, какие-то голоса, я надеюсь, там ничего такого, я не знаю, там не сломали, ничего не подключили лишнего, ни к электричеству, никуда. Я надеюсь, там порядок.
Я так понимаю, что у них там стоят видеокамеры, они записывают. Вот поинтересуйтесь там с полдевятого. С полдевятого вечера до 10 вечера. Что там происходило? Хождение. Хождение по площадке сюда, в 93-ю квартиру. Так что вот, вот это стояние там сюда на площадке, хлопанье дверью. Вот такие вот дела. Ну, я не интересоваться не стал. А что интересоваться? Ну, говорят, что там записывают видеокамеры. Я надеюсь, они там записали. Там никакого криминала не происходило. Так что вот. Ну и все, и нормально. Сейчас я Диме напишу, сейчас открою мою страницу ВКонтакте. Сейчас Диме я напишу. Напишу: Дима, как ваши дела? Заснимаю сейчас мое видео. Скоро загружу на мой канал Ютуба и сюда на мою страницу, и также пришлю вам. Я имею в виду вот это самое видео. У Димы Егорова. Я с Димой Егоровым знакома с мая 2017 года. То есть вот я была Александровой Татьяной Юрьевной, я официально поменяла мое имя, отчество, фамилию, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин, в 2018 году. Так что вот. Сейчас я это и скопирую и опубликую. А это где тоже я на видео. 2018 год. А 2018 год. Так, возможно, и все нормально. Я 2 раза отключала. От моего электрического счетчика, от моей квартиры, который на мой счетчик наматывал вот это электричество, как, ту лампочку, которая там днем и ночью горит. А так все нормально, в принципе. Иногда я проверяю. Раз там в несколько месяцев, теперь я проверяю. Подключил там кто-нибудь что-нибудь или нет. Каждый день я ищу, что там вот это вот. Я иногда проверяю. Вот я, сейчас я, это я в моем мейлинге с Аркадием Шакура. Сейчас я это забрендирую. Тоже я гуляю на территории кооператива «Марина». Обратите внимание, это я в шляпе.
подхожу. А что вы хотели? Как я тут могла выглядеть? Я нам это ходила, грелась на улице в шляпе. У меня электричество было отключено в Эллинге. Я там жила, говорю, больше 8 дней в холодном Эллинге. Вот грелась. Грелась на улице. Вот такие вот дела. Загружаю эти мои видео. Ну да, ну загрузила тут позитивчик, загрузила мужчину. Как он тут, психо, как там, мужской взгляд, Юрий Прокопенко. Ну да, я тут вам загрузила некоторые видео такие эротические, смотрите. Фигуры, предмет особого интереса у мужчин и у женщин. Что стоит знать, чтобы относиться к ним осознанно и не воспитывать очередные образы? С вами Юрий Прокопенко, врач-сексолог, сексопатолог. Да, врач, сексолог, сексопатолог, загружаем такие видео. Так что вот, такой, знаете, там такие, в общем, смотрите, откровенные такие у него, такие эти штучки. Как повысить свои шансы на оргазм? У него огромное количество видео. Врач, смотрите. Разные есть специальности, у кого какие вопросы. У кого проблемы, тот обращается к врачу, сексопатологу. У него огромное количество видео. Он рассказывает. Я, конечно, все не посмотрела, часть вам тут загрузила. Ну, в принципе, на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис, Мактум Сейф один через дефис. Так что вот. Ох, ну да, это мой сериал. Кафе красоты да бьюти, искусство красоты. Татьяна Салмановна, Мактум Сейф один, это я. Ну да. Сейчас помою кастрюльку. Сейчас буду готовить себе, варить кашку овсяную, пассеровать яблочки. Сейчас буду готовить овсяную кашку себе на завтрак. Овсяная кашка. Пассеровать буду яблочки. У меня яблочки в холодильнике стоят. Яблочками. Ну, не пассеровать, я порежу. Порежу яблочко в этот в кашку, в овсяную кашку. Она, конечно, глаз и глаз нужен, понимаете, как собственнику. Я собственник квартиры, только глаз и глаз. Так что вот, что там происходит на площадке? Вы поняли, да? Чтобы быть бдительной, внимательной. Ах, это родичок. Ах, эти 18 минут позитива. 18 минут позитива. С Татьяной Салмановной. Мактум Сайф.